Прасада Гейхёры мастер Пейнтёр Пикассо порадует невероятно красивой окраской. По краям янтарно-бордовых листьев имеется золотистая каемка, а на поверхности проступают темные прожилки. Во второй половине лета среди листвы появляются высокие цветоносы с кремовыми соцветиями. Уход за рассадой Гейхёры мастер Пейнтёр Пикассо не требует больших затрат времени. Растение нужно поливать не чаще одного раза в два дня. Чтобы предотвратить появление сорняков, поверхность места посадки посыпают мульчой. На зиму надземную часть листвы не срезают, она служит укрытием корню. Гейхёра мастер Пейнтёр Пикассо – это травянистый высотой от 20 до 25 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка кремового. Летом листва золотисто-янтарного. Гейхёру мастер Пейнтёр Пикассо создал Бельгия. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.